Надоели высокие цены на игры? Тогда chipcase.ru – это то, что тебе нужно. Всего за 69 рублей начни играть в PUBG, CSGO, GTA 5. Сомневаешься? Проверь работу сайта в демо-режиме. Только реальные выигрыши в лайв-ленте. Вводи промокод CHIP2017 и получай на баланс 20 рублей. chipcase.ru. Выигрывай с нами. Единственное, что надо кому-то по-любому здесь оставаться, потому что он может это очухаться. Так в смысле, пацаны-то адекватно вот стерва-то да. будут ждать здесь. Так а так, смысл а того, тут... что начухается, все, пулемет у нас, болтовка получается, у нас. Получается, второй этаж мы полностью открыли. У нас не на самом деле, я бы его дальше и не рейдил бы, потому что тоже. Мы его нашли. Ну, хочется все. У них там говно будет в ящиках. У них дело в том, что у него 2000 сульфура было в инвентаре. Ну вот, то есть, мне кажется, может еще в печках быть, или в маленьких, или в большой. Не, вот печки бы на самом деле я бы, да, взорвал. Проверить. Ну, в принципе, мы можем нафиг сделать. Забираем главный шкаф. Внешний шкаф там всего лишь 70 хп, блядь. И забираем их дом, просто мы закрываем, если все. Ну да. Когда внешнего не будет, центральный будет больше бить. А, понятно. Пошли работы. Ого. Пик-пик. Ну, все-таки, не знаю. Хочется так. У кого там фонарик? А, да, да, вот. Так. Мягкая стенка. Нет, пустые. Не в одном металл. Ну да, кстати говоря, мягкие стенки сейчас мы сможем выколупать и узнать, кого чего. Ну, Берц Борделла какой-то. Может, все-таки накинем в центр? Ох, нихуя, ты видел трассеры? Куда в центр? Ну вот, дверь неправильно. Вон там, короче, в небо просто улетали. Ну это получается в центр дома? Не? Или это нет? Подожди, это в кишку вроде, не? Сейчас, короче, надо вылезти. Добрыня, убери свою рожу, пожалуйста. Дрозд, спасайся. Это чё? Это к нашей турели кто-то подошел. Как вы синхронно выпрыгнули? Надя, наверное, нет? Нет, всем привет. А, Надя, кстати говоря... День. Походу ее. Не заходи в новую лутовую, Надя. Блин, факел рипнулся. Вот это дерьмо. Я не помню. Если топливо кто-то находил, я сделаю. Но... Я упал вниз. Авторизация, шкаф, алло! О. Это шкаф! Рассвет. А, ну правильно, мы попали же, да, именно ровно в шкаф, лол. А из шкафа можно колупать, кстати, вглубь дома. Когда перестанем. Ладно, его. Сейчас это понесем, когда совсем светло будет. А то сейчас еще темно. Охренеть. Что я могу сказать? А у нас бомжи есть? Да-да-да, у меня десятка с собой. О, надо шкаф будет. Одну да-да-да, и сейчас потом... скрафтим сразу шкаф. А я... Кстати говоря, я его поставил. А, ну все. От меня. Все, погнали. Да. Пойдем. Ой, кстати, бомжами и этот и шкаф добьем в 70 хп там как раз. Внешний. На всякий случай. Чтобы он тоже не было. Самолет прям над нами летит. У нас враг слева от базы. Да-да-да, сидит там. Там как бичонок прыгает. Не, читайер нас не любит. Угу. Хазиэль. На, мы это... Ну ладно, я камень понес сразу туда, где он должен лежать. Да, спасибо. Ну я тогда тоже. Ну это, в тир иди тогда. В тире там, за сеткой. Вижу. Так, сера, отношу тогда к печкам туда, в ящике. Так, ставлю кирки. Угу. Так, бомжесиха у меня есть. Что там, у нас колупать надо будет? Взрывать именно пока не надо, да? И колупать, и взрывать не беру. Надо. Не, бомжей возьми. На шкаф. Не, ну бомжи я взял. Так, кирки у меня еще имеются. Так, поставлю на крафт кирки. А, мы это кодовый делаешь? Кодовый делаю. Ага. Что шкаф? Кто-то ставил. Вот этого бомжа пристрелило. Ну сейчас будем ставить, мы еще не взорвали мы его. Еще, да, старый еще там на месте. Не, я имею в виду на крафт. Да уже закрафтили. Да-да-да.
Был пацан, и нет пацана. Он сосет, говорит. Подожди, мы от проблемы-то поставить. Нихера не дает поставить ничего. По сути. Ну потому что. Мы даже дверь не могли элементарно поставить. Добры, никуда лезть. Понял, понял. О-о-о, нихера себе. Вот это хорошо, что я сразу выпрыгнул. Ваншот. Так, ну как, где билда? Ванкей. А везде тут нет билды практически. Практически, ключевое слово. Поставь ему вот сюда шкаф тогда. Мат. Я сейчас лезу. Ну вот сюда ему поставь, второй этаж-то также засчитывается. Ну туда, в угол. Прям. Огонь? Огонь. Огонь. Так, вообще привилегит. Сюда. До хера где? Кроме внешний, вот этого места, да. Быстренько. Так а ты кодовый вдолби сразу. Сейчас. А, блин, у меня кирки поверх. Это замка крафтится, я не понимаю, что нет. Так, какое там взорвать именно? Покажи мне. Сейчас дрозд покажет. Дрозд? А что показывать? А, ну ладно. Дрозд там со своей дудум-дудум-дудум. Да там пиздец, дискотека, блядь. Вот этот? Ну, так я не знаю, как ты прикрепишь. Вы издеваетесь? Как я прикреплю-то? Давай с патронов расхитим. Надо было разрывные брать. Нет, здесь никак не взорвешь, ребят. Кто профессионал кидания? Руку поднимите. Не нет, стреляй, дрозд, дрозд. МП-5, Томпсон, они не дамажены. Стоит, блядь. Стоит. И он на замке. Так. Что, так же попал? Подожди, нахера. У нас, блядь, был огнемет, нахера мы сиху-то кидали вообще, алё. О, смотри, ужас. Привилегит на выходе, можно дверь влепить. Все, все, один шкаф внешне был. Кто умеет двойные двери делать? Никто? Я рулетку могу сделать. А, сделай, пожалуйста. Ну, это надо домой попасть. Я тебе пойду могу домой. Здесь металл дать или что там. А шестеренки ты мне выдашь? А, нет. Свои на дороге. Да, давай, мы тут, мы. Ставь. Ой, зато как красиво, да? А у них там вот еды нету? Не, мы еще не видели. О, вот это я понимаю, дверка. Так и надо было ему делать. А кто еще двери открывает где? Я. А? К верстаку. Так, что у нас там дальше по колупательным работам? А я выбить вот эту дверь налево? Центр этого дома на первом этаже попадем. Теоретически. Надеюсь, за одну. Надо в правом, это не влево. Надо я холодильник посмотрела, вроде влево. Испить всю еду. Так, надрост. Пацаны, идите сюда, кто колупать будет помогать. Я буду. Я боюсь, что за какой-то из стен будет этот турель. Да-да-да, лучше отойдите, я добью. Бегите, глупцы. Блин. Ой, я кого-то ударил. А вот и Сушка. Сера! Сера, да, еще. Стул! Ящики, смотри, нормально. Да. Стул посидеть можно. Порох, смотри. Еще да, сера. Да. Так, подожди, а вот эта дверь? Куда дверь? Так, лутаю. А вот эта дверь надо, дверь. Фулмаска. 76 high quality. У кого там зажигательные патроны? Здесь 8 лежит. Нет. Состакайте. Слушай, если мы вобьемся вот сюда, не под дверь, то мы попадем под люк. Может быть, под люком открыто налево будет? Как думаешь? Там без понятия. Так, под люк. Так, ну это получается тупо это, переход. Так, а двойную дверь? Ну вот туда надо... А над нами что это такое? Что это такое над нами? Что это за штанина? Это мешки валят, ну... А, понял. Да. Блин, нет, не толкайся. На первом получается только осталась двойная дверь. Ну ладно, вода и вылезу.
А, на первом-то этаже, да, у него лутовой-то и не было, точно. Это на втором она этаже закрытая. Мы сразу находили. Она со всех сторон закрытая, так что двойную надо рвать. В смысле двойная? Так она же на выход идет. Нет. Нет? А какая на выход идет? Она в... Подожди. Она в выход не ведет. На выход мы вообще там не проколупывались. Мне кажется, это на выход. На выход. Нет, это вглубь дома. Выход у нас вот с той стороны. Вот там выход. А вот здесь не выход. А, ну да. А до нее две стены колупать, так что и там еще может неправильное быть, так что ну нахер рви. Так, отходите. Вот пиздец. Вот это такая. Армированная дверь. Армированная дверь. Че в нем? Томпсон. Патроны. Мина. Мина. И наша футболка, сука. А огнемет куда заберите? Так, ну чё, надо дальше колупать, теперь заармирована, она перевернутая. Ну подайте-ка я её сейчас колупну. Так, а это получается... Лучше отходите. Пули. Это налево. Колупнул. Нет, это не в печку. Дрозд. Подошел еще вплотную так посмотреть, блядь. О! О! Как-то лучше, да? Пол работы сделано. О, да. Опа, холодильник! А, берданка. А вот мы выбились к цепи этой. Да-да-да. А чего хватаете-то? Зачем вы схватили-то? Оставьте. Люк! Патрон Томпсон. Где люк? В смысле? Я взяла. В этом был. В гриле был. У них в гриле ни хера себе. Люк, да. Подожди, гриль это туда можно вещи складывать? Да. Да. Ну, не надо, не надо, не надо, стрелять. Вот дайте поесть. А, пожалуйста. Вот, да, это тёлка. Да. Кому? А вот дали. Все. Так, ну получается первый этаж все. Остается только выше. Да, остается только выше. А что у нас выше? А что у нас? А где люк? Ну вот он, Люк, ты прыгал там. А, вот, дверь открыта и дверь дальше. Можно за эту дверь потолок повернуть. А вот я пойду. Все поднялись? Да. Кто колупать будет? Mm-hmm. Все, Мэтт. Застраивай. А зачем пушку долбиться-то? Это под дверь. Скинул еще две кирки, забирайте. А ты, в смысле, сам ходил или по насушке? Отойдите, так. Ты про Рагнарёк говоришь? Подожди, подожди, нахуй Рагнарёк. Да-да-да. Отойдите. Нахуя тебе лестница? Вот. Чтобы в дверь видишь? Посмотреть. Да. Огонь, Мэтт. А, там люк. Все, видишь, я вижу. И, кстати говоря, это окно там просвечивается через люк, ребят. Ну, это уже отстрелка. Ну, так а что? Кстати, под эту дверь? На самый верх. Никак? Смотреть. А, под эту дверь открыто. Мы можем вот со стороны шкафа вот выбить каменный потолок есть. А, да. А так, а там? Вот где у того двери были, тоже можем выдать. Что же каменный? Ну, либо центр. А я в натуре что-то дверей больше не вижу, чтоб у него было. У него тут крыша как бы. Подожди, лутовая же была у него одна под крышами ровно, да? Слушай, а у него это под крышами в этом доме было? Двери интересные. Мэтт, Кенг, есть у тебя? Мэтт, три двери, посмотри, дорогие. Между нами горы. Чего-чего? Между нами горы. Классный? Ну, я посмотрел, мне понравилось. Он как вот триггер, я собиралась. Приключение. Он у меня добавлен в просмотреть вот. Позже. Так, одной двери не хватает здесь. Дрозд. У него сверху потолки. Мне фильм этот напомнил, короче. Ну подождите вы про фильмы, но ребята, блять, мы на рейде, давайте попозже. Мы ж на записи, ёбаный в рот. Пидоры ебаные, заткнитесь нахуй. Все, все окна ему поломало. Слышите, что говорю? Вот сюда бы пройти в центр. А смотри, вот этот люк, нам получается от него через треугольник и в центр, мы можем снизу колупнуть. В том-то и дело, что в сам стержень мы не попали. Подожди-ка, я проверю. Да, мы в сам стержень не попали.
Вот я тебя вижу. Ага. Есть там? Нихуя. Нету, да? Что, через крышу пошли? Да, надо взрывать, наверное, проще. Тут 137 хп, если что. Где? Ну, наверх, блин. Вот я за тебя, вот. Вот я, вот другой. Ну. А нахера нам самый верх? Да. Не, ну мы же попадем и за дверь ты куда хочешь. Ну, так а здесь одной двери не хватает, нормально все. Я за сихой пошел, хороший. Потому что бабушки, да, думаю, пригодятся. На всякий случай. Угу. Мэтт, иди сюда наверх, я сейчас, тебе сейчас патроны дам. Чё? Я просто смотрю, что. Да, запрыгивай туда. Да я это понял потом. Да, у меня привилегии полностью везде. Включая. Так, везде. Открыто, ребята. Открыто, но лабиринты. И опять дверь в правильную люк. Сторону. И люк. Чё люк? Ну тут люк еще есть. Ну это, ну, это вот, это сверху, ну, да. То, что у него это бодяга, да. Да там дальше, беги, что ты слышишь-то? Как не мужик. Взяла патроны, Мэтт? Да я залезть не могу. А. Это же я. О, ящики. Опа, ящики, вот это класс, какие они пустые. О, да, есть камень и порох и 610. Ну тоже хорошо, слушай. Что у него за крыша здесь? Не, на самом деле мы у него нашли много серы и пороха нашли много. Крыши? Че ты, Добрый, не поперхнулся? Да, адекватно встал, пройти не мог. Адекватно встал, пройти не смог, поперхнулся. Как же я могу пройти мимо стояка, да? Сынка. Блин. А это дверь куда? Не, ребят, вроде как мы все прошли с вами. Ну, слушай, третий этаж только под крышами мы не были, и все. Третий этаж под крышами, это где, покажи мне. А нет, вот. Ткни пальцем адеквата. Адеквата ткнуть пальцем? Где? Вот это под нами? Ну, под нами, да, да, мы там не были. И мы туда не можем никак попасть, кроме как взрывать, а да? А под лутовой? Да почему? Выдолбиться там. Там вроде крыши нету. Подожди, куда вы долбиться собрались? Да. В очко. Хм, там, я понимаю, этаж. Но поточнее. В чьё, куда, сколько кирок надо. Так, ну так слазим тогда, это внутри дома смотреть надо, нет? Да не надо! Мне надо только заблочить люк ещё, подожди. Пойдёмте вниз. Он никогда в свой сраный дом не попал. Покажи, Дрозд, где это? А, вижу, железный потолок, да? Ну, мы можем с вами, знаешь, вот. Как? Мы можем вот с этой шкафа выдолбить потолки. Либо где вот верстак у него. Либо нет, смотри, вот мы выдалбливаем там и попадаем в буферку. Буферка будет развернута правильной стороной. А, вот. А. Значит, так вот он, потолок. Этот потолок. Железный. Железный лучше, ребят. А зачем нам железный? Под крышу. А. Так, скидываю кирки. Так, а туда двери там какие-нибудь ведут? Чего ты хватит? Мать, наверх, пиздец. Все, 4 хп, добьем. Ой. Опа! О, это вот. Что, печки? Печки. И что в нем? Смотри, броня есть. Броня. Скрэпы. Лол, и скрэпы. Лол. Да-да-да. Замок зеленый, вон, что? Зеленый чувак спит. Пятка. Может, вы отойдете, так, я поставлю. Все, давай. Пойдет. Залутали на печку-то, надеюсь? Да. В чуваке броня фул. Забираю. Я кодовый замок. Лол, просто что? Вы поставили наш пароль? А, ну да-да-да, вот эти лутовые, да-да-да. Блин, ну он спит там, где основная, это, типа, у него лутовая. Ну там ящики стоят, надо взрывать. Надо две двери ломать. Почему? Нет, там одна дверь. А одна. Вот же еще. А, этот ты имеешь в виду, это я понял, да. Ну, да. А так, это кто? Изучалка была вроде. Нет. Мы изучалка. Нет, там ящики были. Ящики были, дружище. Да.
Так, а, отлично, я тебя не взял фонарь. Так. А, мне потому что хорошо. Ты сказал, что ты нашла, да. Да. Трос, отойди. Надо сюху кидать. Только у меня, правда, замка нету. Ой. Но я зато поставила да дверь. Авторизуйтесь. Да, авторизовался. Так, где? Ага. Ага. Все. Дрос, отойди. Ну подожди ты там. А? О, с одной сихи вылетело. Ну тогда это железное. Да. Так, маска фуловая, фул броня. Оружие, калаш есть, Томпсоны. Пойдет. Левый верхний. О, пойдет. Во. О, еще и... Оу, е, мазафака, бич. А, да-да-да. Не. Вот теперь это точно все. Нет, еще одна ячейка. Ну, я понял, что вот это вот за этой дверью. Ну, мы её, сейчас да, там выкупаем. Снизу грызем. Так, ехать. Ноутбук. Три тела на Томпсон. Так что, дай Дрозд, ну, я смогу тебе еще МП-5 наделать. О, чё, колупашку, коляшечки. Да? На. Спасибо. Да-да-да, там калаши есть. Глушители забирайте тоже, там у нас есть папочки. На оружие там навесьте. Кто забирал оружие? Вот, я скинул обратно. Куда так, обратно? Я овощи бью. Ну, в ящике лежит глушитель. А. Ящик. Опа, на ящик, кодовом. Да. На кодовом. Давайте все бить, чё? Как? Да, лучше так. Ну, чё там? Говно. Лут. Да, говно. Ну, вот фуловый броник только разве что. Ага. И все, там больше ничего нету? Нейлс и вода, не, ничего. Ну, и ящиков. Ну, и все. Ну, все зарежено. Да. Теперь точно. Да. Дальше работа, Мэтт, уже будет. Че, все, уходим? Да. Так, здесь опять выход. Ага, вижу. Как раз рассвет. Застроишь, да, сам Амат? Занимаюсь. Так, сейчас. Ну чё, ходить. Я не знаю, у нас типа ящик серый. На, еще входные ящики, да, все забиты. Я все я разбираю, имею в виду серый и порохом. Угу. Да, вот там тут я серый уже еще. Собрала ящик. Угу. Вот еще 2000 серы. Короче, я не знаю, окупились мы или не окупились, но главное, что нашли. Ну, я думаю, мы вышли как-то так, вровень. Ну да. Мы но мы за счет других ресов вышли, там броники да. Всякие, стволы. Мы окупились тогда, когда нашли сразу пулемет. Ну да, пулемет. Есть попадание. Дал попадание. Влево уходит. Да, да, подрезаю его. Это он? Думаешь? По-любому. Он так же бонсует. А-а-а. Хорошо. Два попадания. Дом, 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 дом. Покажи дом свой. Вон в низине там только дом один стоит. Да. Только бы это его был. Минус. Хэдшот. Карпушка, ты? Я спавнился. Нет, это диггер какой-то. Дегенерат, короче. Минус. Убил ты его? Ага. Ну, да. Откуда это он тут выскочил? Спальня где-то у него здесь. Да, какой-то. Дом его, это его дом. Это его дом, этого диггера. Вот он, получается, с двери ты вышел. Да, ты зарезался. Чё? Бахаем? Ну да. Понять не могу, я слышу печки или ветер вообще. Печки. Печки. Где-то, подожди. Да. Это в центр. Ну, центр где-то. Получается, через крышу пойдем. А, вот, смотри, вот тут вообще это. Комфорт отдает, подписи, комфорт вообще. На нахуй, кто-то что один, это? Блядь. Прямо, дом там типа крыша бегает.
Стрельба там была. Эрсина. Ну, а, понял. Пойдем глянем по пути. Прям сейчас. Давай, пошли сейчас. Блять, вертолет. Че, может, давайте к дому тогда, надо сбить. А, не, погоди, показалось. Так и сразу показалось. А где, на каком доме? Вот прямо дом справа, смотри, видишь? Вот этот, прямо, который. Там тип прыгает. Стрельба здесь была. С калаша. Вот это халупа в низине. Вот этот дом. Да. Слева шкаф пытается она застроить. А, что-то дропает. Самолет вышел. Тихо. Ого, что-то дропает. Сколько? Лестница здесь, Бонни. Понял. А он нас спалил уже, аккуратно. Давай проверю. Или ты? А-а-а, он там. Голый, абсолютно. Дай подсад. Там буферизация. Там буферизация, слышь, буферизация. Дай подсад. Дай подсад, говорю. О, с оружием идет. Сейчас смотри, вылезет. А, это просто. Как шо, это просто мозги улетели, давай. Ебать. В аэропорту. Точнее, за ним. Пипас. Пойдем, сходим. Че, не он. А, там же гранатомета не бывает, нахуй. Ну ладно, тогда пойдем за сихами. Подожди. Там ракетница бывает. Нет, разве? Нет. О, мне бил, да, здесь бьет. Я авторизовался. Бежит. Это я здесь бью. Ай, ё. Ну, он голый. Пойдем. А он, короче, что-то в буферку упал, что-то умер. Я вообще не понимаю, это футафак. Я вроде калаш слышал. Блин, что они не добавят, чтобы с ящика можно было изучать, а? Ну что за бред? Я стою, тыркаюсь, что-то не изучается. Ой, это дропнул. Бывает. Что, туда идем? Мэтт, у меня все изучено, вот это. Даже прожектор почему-то. Сейчас. Ты представляешь? Фундамент хочешь? Закинул. Угу. Ничего себе тут построили. Прямо бежит. Тело. Попал. Минус. Убил. Угу. Так, дрозд под тобой, да? Да, где-то здесь надо бахать. Печки тут, по крайней мере. Так, а как квадрат понять? Он дверь открывает. Как квадрат понять? Вот, по-моему, раз квадрат, вот два. Вот сюда стреляю. Ой, стреляю, кидаю. Стреляю. Огонь! Печки. Где он? Изучает. Сука, изучает там. Ой, кто-то спрыгнул. Да я. Кому-то нет, как-то... он все изучает, нет. Нет, оставь нам. Бешеный. Граната? Браво. Там граната. Убил. Ты выжил сам? Да. Что он изучал? Сопля, пацаны. Сопля, ребята, лол. Это турель. Изучалку глянь, там скрэпа есть. Ага. Так, что в печках? Сульфур. Забираю. Во второй что, металл? Мана. А что за эту дверь, интересно? А, выход у него, выход там. У него, смотри, у него есть еще. Вот это, да. Два места. Правильно повернутая, да. И другая тоже правильно повернута. Да, кстати, ага. Две кабинки. Одна сиха осталась. Никто не забрал. А вы не в стороне магазина? Нет. Не-не-не. Там калаши зажимают. Печки еще. О. И ящики. Шкаф. И ящик. О, ребята, посмотрите. Дайте, вот это мы нормально бомбанули. Дайте, блядь. Да выпусти, дайте. Да я дам. Сука. Варвар. Пять компонентов. 10 на калаш. Лол. Пойдет, да? И 5 на этот. На Томпсон. Забираем. Мэтт будет ходить с калашом. Ага. Спасибо. Ну все, я думаю, это основа. Ну да, я думаю. Застроим нахуй дверь, дрозд, баррикады. Или у тебя одна была? Сейчас.
Замуруем его сейчас. Блин, замуровать, суки. Так взяли, в смысле, все, я это делаю дверь, делаю замок, ребят. Да замуровать и все, забить на этот дом. Ну, а, ну, окей. Ну, я же говорю, варвары. Я вот здесь стену. Подожди, дайте мне. Подожди. Как? Ну ладно. Отменяю все. Металл возьми. Замуровывай. Дайте. Камень, печки, металл. На металл, тебе 40 у меня только. На металл адекват, 300. И на металл еще. Теперь адекват металлист. Не, зачем? Здесь просто бы застроил. Вот где ты стоишь. А вон там. Вон чё? Там. Это ну, ход. Это выход у него. Разве? Да, 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 у него с двух сторон. А, конченый ублюдок. Я тебя, сука, застрою нахуй. А скрепы забрали с этого? Да. Да-да. Все, пойдем домой. Че, ребят, гоу-соплю кидать? Возле третий дома. Третий пас магазина в гору берут. Угу. Брынь-брынь.